Аббас Самедов, хозяин одного из домов, поврежденного в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении на Гинджу. TRT Хабар распространил кадры исполнения им на фортепиано мелодии «Сари Гелин» в стенах полуразрушенного здания. Цитата: «Все будет хорошо. Я чувствую, что нас ждет хорошее будущее. Пусть наши дети наконец-то освободятся от армянских фашистов», сказал корреспонденту Мамедов. Ermeni faşistlərindən canı qurtarsın.